Диоксид циркония и пресс-керамика IMEX – это материалы на сегодняшний день являются самые инновационные. Их характеристики во многом превосходят другие стоматологические материалы, которые используются при протезировании. Самые основные их свойства – это гипоаллергенность, то есть биологическая совместимость с тканями полости рта, и эстетичность, благодаря тому, что в их составе отсутствуют сплавы металлов. Но все же у них есть отличия. Пресс-керамика является на сегодняшний день наиболее высокоэстетичным материалом, так как у нее самая широкая цветовая палитра, и по своим оптическим свойствам она очень сильно приближена к естественным зубам. В свою очередь, диоксид циркония является наиболее прочным материалом по сравнению с пресс-керамикой и используется чаще всего для протезирования боковой жевательной группы зубов и при протяженных дефектах. Также диоксид циркония используют при протезировании на имплантатах. В настоящее время при бруксизме этот материал полностью заменил цельнолитые конструкции. Выбор того или иного материала остается за лечащим врачом-стоматологом-ортопедом и определяется клинической ситуацией в полости рта пациента.